кроме корабля Орск, который очень сильно обрадовал своим поведением, пошел туда, куда ему положено. Вот. И юбилейной дискотеки уже 10-й в Чернобаевке. Это, конечно, что-то с чем-то. Молодцы. Дискач продолжается. Казантип разрушили еще давным-давно. Теперь будем... Теперь они там проводят Чернобаевку. Прекрасное мероприятие. Желаю им провести еще много таких увлекательных... Увлекательных таких... Доброе утро. Таких увлекательных мероприятий в дальнейшем. Вот. Это второе. И, конечно же, сегодняшнее утреннее сообщение, которое я прочитал. Недоразвитые орки додумались в рыжем лесу под Чернобылем. Его ж выпилили и закопали. Ну и, короче, эти умники, высокоинтеллектуально развитые, решили на месте рыжего леса выкопать себе окопы и устроить укрепрайон. Ну, ребята, копайте глубже.